Футболисты «Дружбы», одержавшие в предыдущем туре выездную победу в Ессентуках, вышли на поле домашнего стадиона с хорошим настроем. И уже на второй минуте создали первый острый момент у ворот «Форте». Гости тут же ответили опасным штрафным от Ратмира Машезова, но Рашид Магомедов не смог переправить мяч в ворота «Дружбы». Майкопчане продолжили осаду ворот Данила Полянского, пытаясь забить быстрый гол, но оборона гостей разрушала все атаки хозяев поля и не позволяла нанести завершающий удар. А на 17-й минуте таганрожцы провели быструю атаку по левому флангу. Алексей Горюшкин длинным пасом из глубины поля доставил мяч в штрафную хозяев Магомедову. Рашид отдал пас Шамилю Саадуеву и, получив мяч обратно, обыграл трех соперников и, мощно пробив под перекладину, открыл счет. Гости повели 0-1. Рашид Магомедов! На 17-й минуте открывает счет и классный мяч забивает клуб из Таганрога. Вот вам, пожалуйста. Колдовали игроки «Дружбы», а забивают футболисты «Форте». На 29-й минуте встречи у майкопчан была хорошая возможность сравнять счет, но мяч из пустых ворот выбил защитник таганрожцев Александр Балахонов. И все же на 41-й минуте хозяева отыгрались. В сутолоке во вратарской площади «Форте» мяч дважды попал в штангу и отскочил к Амиру Конову, который, опередив двух таганрожцев с близкого расстояния, вколотил его в сетку ворот 1-1. После перерыва инициативу захватили хозяева поля, но все попытки футболистов «Дружбы» выйти вперед не увенчались успехом. Отлично действовал на последнем рубеже обороны наш вратарь Даниил Полянский, который на 71-й минуте встречи и начал голевую атаку «Форте», выбив мяч точно на Рашида Магомедова. Тот скинул его на Романа Романова. После обратного паса и небольшого рикошета от соперника мяч снова подхватил Рашид Магомедов и, ворвавшись в штрафную площадь хозяев, точно пробил. И мяч от штанги влетел в ворота Тамерлана Хачирова. 1-2. Рашид Магомедов. И снова он забивает. И снова его качают партнеры по команде. Классно все здесь было сделано. И «Форте» выходит вперед. 2-1. В самой концовке встречи из убойной позиции не попал в ворота Даниила Полянского Адам Датхужев. И счет 1-2 так и сохранился на табло до финального свистка. Эта победа дала возможность «Форте» подняться в середину турнирной таблицы. В следующем туре 27 августа на «Форте-арене» таганрожцы будут принимать команду «Легион Динамо» из Махачкалы.